В России за шпионаж осужден бывший директор украинского оборонного завода. Юрий Солошенко проведет 6 лет в колонии строгого режима. Почти все материалы процесса были секретными. Немного подробностей есть сегодня после приговора. Как сообщили в ФСБ, гражданин Украины Солошенко был задержан в августе прошлого года в Москве, когда собирался незаконно приобрести комплектующие к зенитным ракетным системам С-300. Адвокаты сначала утверждали, что их клиент, который 5 лет назад вышел на пенсию, продолжал помогать своему заводу и как раз для этого ездил в Россию. Сегодня защита сообщила, Солошенко свою вину признал. И с учетом этого суд назначил ему наказание ниже низшего предела.